На уфимском фанерно-плитном комбинате запустили две конвейерных линии, благодаря чему появилось 100 новых рабочих мест. О возобновлении деятельности предприятия рассказал учредитель компании «Уральский лес» на заседании в формате «Промышленный час». По словам инвестора, с понедельника на лесосеки вышли бригады лесорубов, это еще 100 работников. Кроме того, заключены два больших договора о поставке лесоматериалов. Сейчас ведутся переговоры еще по одному контракту. Компания «Уральский лес» занимается восстановлением и модернизацией производственной деятельности двух уфимских комбинатов – фанерного и фанерно-плитного. К осени инвестор рассчитывает полностью освободиться от долговых обязательств прошлых лет и обеспечить полноценную работу предприятий. Вы тогда работаете? Я предлагаю в сентябре, Александр Николаевич, в сентябре, там, в первой половине сентября поставьте на промчас. Мы как раз вот послушаем дальше, как предприятие развивается, все эти процессы, о которых сейчас сказано, исполнятся, ну и чтобы мы держали на контроле, ладно? На заседании также рассмотрели возможные меры поддержки предприятия в виде целевых займов Фонда развития промышленности республики, грантов по выполненным экспортным контрактам, субсидий на возврат транспортных расходов.